Леопард. Леопард или барс, или пантера – это вид хищных семейства кошачьих из пяти представителей рода пантеры. Телосложение леопарда вытянутое и гибкое, лапы сильные и стройные. Мех густой, но не пушистый, плотно прилегающий. В зимнее время у животных, живущих в холодных климатических условиях, шерсть становится длиннее и имеет более тусклый цвет. Окрас может варьироваться в зависимости от места обитания леопарда. Помимо основного тона окраски леопарда, все тело покрыто черными пятнами. Пятна могут быть кольцевые или сплошные. Леопарды охотятся в ночное время. Благодаря мягким подушечкам леопард подкрадывается к добыче так тихо, что ни один листок не зашуршит и ни одна ветка не хрустнет. Леопарды живут в любой местности, будь то горы, тропические леса, равнины, саванны или полупустыни. Леопард – это красочная, грандиозная, величественная и хитрая кошка. Быстрое, осторожное животное, имеет крепкое, мускулистое и сильное тело, обладает превосходным зрением. Из всех собратьев семейства кошачьих леопард – наилучший легкоатлет. Леопарды – агрессивные и смелые животные. Thank you.